Друзья, всем привет! С вами зожник, физкультурник Алексей Шредер, You Can Gym. А мы сделали сессию выхода в силы в отказ, там сделали все как надо. Вы этот ролик увидите, скорее всего, после жима. Сейчас жмем наклонная скамья. В прошлый раз зарубались я и Арон Миробян. Вот, мы пожали одинаково. 135 килограммов. Чем Арон всех удивил, поскольку у него вес, собственно, всего лишь 73 килограмма. Он красава, бесспорно. Но сегодня к нам присоединяется еще Паша Бабич. Вот он, наш кабанчик, самый монстр. Да, мы сегодня жмем опять на один повтор. Сейчас мы пока разминаемся, дойдем до 120, жмем 120, а потом кто сколько хочет, добавляет и жмем по разу. Задача синглами, желательно перебить прошлый рекорд. Паша не жал, у него воля сегодня жать свой так называемый результат, чтобы улучшать его каждую неделю, как с выходами. А у нас с Ароном задача посложнее. В прошлый раз мы жали по 135. Значит, хочешь, не хочешь, нужно уже сегодня 136 минимум жать. 136 мы, кстати, повесить сюда можем. Напоминаю, друзья, этот гриф, мы его взвешивали в прошлый раз, весит 21,5 килограмм. Плюс вот эта одна пара, вот этих затычек, скажем так. И здесь того сейчас висит не 100 килограммов, а 102. Так что работаем, сейчас будем улучшать, но у нас уже трое. Друзья, 122 килограмма, первый зачетный вес на сегодня. Сам ли подать? Ну, можешь немножко подавать. За халявы. На 3-4. 3-4. Хорошо. Паша, немножко далековато подал, аж вот туда. Я, честно говоря, чисто стоял. Ты на его, он на бицепс хотел ее поднять, она у него залетела так легко. Я, честно говоря, хотел подать, но... Не-не-не, он явно хотел подставить. Это все так было задумано. Ну ладно. Арон, тебе помогать? Да. Покажи, как да. Три, четыре. Дядя, есть что добавить? Сделаем так. Я в шоке. Помогаешь Паше. Тоже хорошее состояние. Чтобы не было такого, чтобы один устает, подавали все. Так, Павел 122 килограмма. Отлично. Никаких потусторонних звуков не было. Все отлично. Легко пожал. Отлично. Шептуна отпустил. А, блин. Либо я далеко стоял так, а? 32. Паша, только далеко сильно не подавай. Так, секунду. Я готов. 3, 4. Ой-ой-ой, как хорошо. А нужно 137 на сегодня. Кто, я следующий был? Не, это Арон. Работаем. 132. Арон Миробян! Три, и уверенно пошел! Оп! Опа! Тяни! Хорошо! Как будто стопорвался. Да. Да. Это а чисто, чтобы вас позлить была пауза, чтобы вы не расслаблялись. Смотри, с горочки. Пошел! Давай, давай, давай! Пожал! С запасом большим! И без шептунов даже! Да. Не может быть! 137! В прошлый раз было 135, плюс 2 килограмма, задача на сегодня. Кто подает? Юнон, я сейчас пожму, потом начнем. Ты можешь разминаться. Вот мы для вас штангу подготовили для разминки. Очень удобно. Кто подает? Можно человечка вызвать? Секунду. Сейчас магнезия в глаза. Готов. И налегке. Пошел. Пуш ее. Пуш. Есть. Ништяк. Ну так, ну плюс 2 килограмма. Отличный рекорд. Надо работать. Идем по плану. Да, все идет по плану, покажем. У Паши, я думаю, сейчас попасть. Да, у Паши прям очень хорошо идет. 3, 4. Полетел! Так быстро
поставил. Я даже не мог не поймать. Так остался. Ну смотри сам, Паша, можешь жать дальше. Я лично все, потому что каждую тренировку надо понемножку добавлять. Давай 140 я сделаю. Хорошо. А я остановлюсь на 130. Точка. Герой! Готов? Вот где-то победить сегодня. Тебе нужно победить. Давай, давай, хорошо, еще даже запасли. Посередине, в средней части. Мертвая точка, сложность, а потом нормально идет. Нормально. Мне кажется, мне просто с лапкой надо. Мне кажется, он просто подключает спину в этот момент, чуть-чуть дожимает. Да, у многих воркаутеров такая тема со спиной. Чувствуете, витает дух Войтенко, вот эта 140. Мотивация. Я хотел на 137 остановиться, но Паша и Арон идут на 140, и ну как-то... Пришлось поддержать. Вынудили старика, Давай, брат, бобим. Давай, давай. Тащи. Конец. Чуть-чуть. Не доборол. Ну, чуть не хватило. Я чуть бицепс не накачал. Сгрузи туда нормально, я уже думал пожму, но что-то не прет. Не сегодня. Наверное, я зря Войтенку упомянул, да? Да, точно. Помешало. Возьми, старики! Мучи нашему старику мучи. Так, пошли. Давай я. Что-то меня после выхода в посередине позвоночника в шейном отделе заклинило. Блин, да объем огромный. По сути, для тренировки. Готов? Тем более везде разовые. Погнали! Работаем, давай, пуш ее! Пуш, давай! Есть, уверенно, хорошо. Да ты что ты за кабан, а? Тиранозавр, невозможно унизить человека, если он сам... Погоди, еще раз. Сам себя не унизит, если человек, значит, его никто не сможет унизить. Записывайте. Он тебя только что унизил, я бы не простил. Арон Мирабян, 140. Пошел, зарядился. Три, четыре. И давай, 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 пошел, терпи, терпи. Вообще жор. Даже... Ну, как бы понятно, что Арон сегодня победил. Даже Пашу, поскольку он весит всего 73, yeah, а Павел весит 106. Сейчас еще добавишь, Паша. Не надо. Не надо. Я не буду, надо. Выкуси. Я к Новому году покажу. К Новому году, да. Зачем сегодня прям рубиться? Наша задача. Арон забыл задачу. Каждую неделю увеличивать, и чтобы в итоге получилось, а не сразу, извините за выражение, надорваться, а потом уже в следующий раз ничего не показать. Ну, Арон красава, 140 при своем весе, нет вопросов. Паша Бабич, 140, но как бы второе место, поскольку Арон все-таки весит гораздо меньше. А я сегодня, секунду, Арон, а я только 137, 140 не пожал. Друзья, я уже 4 года подряд вешу 73 килограмма, если что. Там есть, который пишет, Арон... Кто-то пьет что-то там, химия или что-то. Ну, блядь, они все импотенты. Да, они все на стероидах. Получается, в следующий раз уже 141 минимум дожать надо. Я хочу чуть больше даже 140. Ну, хорошо, посмотрим. Да. А я в следующий раз, мне будет достаточно 140. Друзья, работаем дальше. Жимолежно-наклонный эксперимент продолжается. А сейчас мы переходим на перекладину и еще брусья будут. Подписывайтесь на инстаграм оператора Дима Кузя в здании. Да, забыл сказать, подписывайтесь на всех. На Димончика, а сколько у тебя Кузнецова, на Пашу Бабича, на Арона Веробяна, на всех подписывайтесь. Потому что все просто мены. Короче, приставка 7 это мастер спорта. Так, заряд энергии бодрости. У меня еще скоро будет тема. 7 рекордов за 7 дней в инстаграме. Подписывайтесь. Будете следить, это будет крайне жесткая тема. Всем пока.